скажемо, слава Ісусу Христу! Сьогодні незвичний вечір, ми по вівторках не маємо такого служіння, ми маємо середу, але я дякую, що ви не забули, що ви прийшли вівторок, а не в середу. Сьогодні, я вірю, що нас Бог благословив. Перед вами цей чудовий молодіжний хор студентів Слов'янської біблійної місіонерської школи із штату Флорида, місто Джексонвілл, і це від церкви «Живий потік», де є старшим пастором Віталій Бондаренко і директор цієї біблійної школи, його син Богдан Бондаренко. Сьогодні він буде говорити заключну проповідь. І ми будемо, давайте, їх підтримувати нашими молитвами. Я вірю, що сьогодні вони послужать для нас благословінням. Я вірю, що Господь через них буде робити свою роботу. Вони тільки вчаться. Це діти із наших слов'янських сімей, з різних штатів. Так же? З різних штатів. Скільки штатів представляє брат Богдан ваш? 20 штатів. Хто з Вашингтона вас? Бачите, з Вашингтона. В цій школі навчалися і наші, також діти, наша молодь, яка останній, хто навчався, це Вінямін Тішко. Веня, ти тут? Знаєш трошки? Тебе пам'ятають? Ну, ти, правда, вже хто в армії, кажуть, вже старий був там, не в армії, старший. Так що ти вже відслужив, ти вже на землю пішов, а вони ще служать. 2 роки, як колись в радянській армії. 2 роки у вас, так? Да? 2 роки. У вас полгода. Зовсім нічого немає. Але я вірю, що за півроку ця школа щось з вас зробить. І ви вже і є готові, тому що ви любите Господа, ви посвячені. Давайте, брати і сестри, в нашій першій молитві прийдемо до Господа, попросимо благословення на цю молитву, на цей хор, на групи. Давайте разом прославимо Господа в цей вечір. Хай ім'я Його буде прославлено. Молимося це. Алілуя, Бог наш, слава Тобі. Слава Тобі, хвала Тобі, хвала Тобі, честь Тобі, поклоніння. Ми дякуємо Тобі, ми поклоняємося Тобі, ми величаємо Твоє дивне ім'я. Ти достоїн слави, Господь, від нас, молодих і старших, Господи. Боже, Ти, Боже, любиш всіх людей, Господь, Боже, Ти пострадав за всіх, Господи, і Ти хочеш, щоб Твоя церква була єдина, щоб і молоді, і старші, вони разом служили Тобі. Щоб вони не робили, Господь, ніякого із собою поділення, Господь Боже. Щоб ми могли сприймати один одного, благословляти один одного, любити, Господь. Тому що ми є одна сім'я, і сьогодні наші гості, ця молодь, діти, Господь Боже. І я вірю, що дійсно Ти їх благословиш у нас сьогодні. Тому що вони служать Тобі, вони бажають, Господь, посвятити своє життя на цій місіонерській ниві, Господь Боже, вони роблять цей початок. Благослови їх в цьому служінні, в цій підготовці. І сьогодні в цьому зібранні благослови кожного, хор, групу, всіх нас. Хай Твоє ім'я буде прославлено в Твоєму народі, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Зараз вони будуть співати, ми також будемо підтримувати разом з ними. Будь ласка, пожалуйста. Thank you.
Присаживайтесь, братья и сестры. Мир вам. Зовут меня Богдан Бондаренко. Я вместе с этой большой группой, у нас приехало 75 человек приблизительно из города Джексонвилл, штат Флорида. Перед вами это студенты миссионерской школы SMBS. По-английски это Slavic Missionary Bible School. Ехали мы к вам далеко. Флорида от Вашингтона — это, наверное, самый дальний штат, который только есть от вас. И мы, у нас заняло неделю в пути, и мы проехали и сквозь дождь, и даже снег. Но добрались до вас живы, здоровы. И сегодня мы рады, что с Божьей помощью мы находимся здесь у вас в церкви. Сейчас мы споем еще один молитвенный псалом. Но хотел вам напомнить, или, может быть, вы уже сами заметили. Мы же приехали из штата Флорида. И вы заметили, какую мы вам погоду привезли? Поэтому, да, Бога благодарите. Плохая новость в том, что мы через недельку уезжаем. Поэтому дальше мы за солнце не гарантируем. Но пока мы здесь, думаем, что все будет нормально. Слава Богу. А теперь пение. И если вы желаете, можете, эта песня такая молитвенная, миссионерская, если у вас будет побуждение, можете вставать, петь с нами. Пусть Бог вас благословит. Твои ноги, Господь, голосом будь.
Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня, Боже, мы можем вместе, Господь, собраться в Доме молитвы, в Доме Божьем, вместе, Господь, объединиться в пении, в молитве, Господь, с нашими братьями и сестрами, Господь. Мы здесь, Боже, собраны из разных мест, Господь. Но я благодарен Тебе, Иисус, за эти открытые сердца. И, Господь, Боже, мы сегодня поем Тебе, Боже, соглашаясь вместе, что мы согласны, Боже, да будет воля Твоя, Господь, в жизнях наших, Господь. Да будет воля Твоя, Господь Иисус. Помоги нам, Господь Иисус Боже, не только на словах, но и на деле быть Твоими руками, быть Твоими ногами и быть Твоим голосом, Господь. Благослови сегодня каждого присутствующего на этом месте. Благослови сегодня, Боже, все это служение. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус. Славим, благословляем. За все прими честь и славу. Наш Бог и Царь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Так как сегодня у вас гости из Флориды, я немножко, пользуясь случаем, хочу представить их. С Божьей помощью эта миссионерская школа SMBS работает уже 12 лет. И туда приезжают люди из разных штатов, из разных церквей и даже из разных стран. В основном это славяне, молодежь, но и также семейные люди, семейные пары. Приезжали к нам и пары с детьми, молодые семьи. Поэтому если даже у вас есть дети, у вас все равно есть такая возможность. Если сильно захотеть, то это тоже можно. Это самая длинная стационарная школа, которая есть в Америке среди славян. Она длится полгода, с января месяца по июнь, и у них есть там такой обязательный в программе, называется personal devotional, или личное взаимоотношение с Богом, где они должны минимум полчаса, а кто-то подписывается и на целый час, проводить время с Богом один на один, читая Библию или пребывая в молитве. И это, конечно, воспитывает хорошую, постоянную привычку, влияет на духовный рост. Ну и плюс, конечно, влияет и дисциплина строгая, и расписание загруженное, ну и сама атмосфера, потому что Библия говорит, что худое сообщество развращает, и
наверное, можно думать, что доброе, хорошее общество, оно, наоборот, созидает и формирует людей. Ну и в программе очень много практики. Каждую неделю они ходят на улицы города, занимаясь евангелизацией еженедельно. Потом ходят в приюты к бездомным, занимаются тюремным служением, ну и многим другим практичным вещам. И это помогает для многих просто, может быть, даже определиться в их призвании, перепробовав много разных служений, которые люди могут нести в церкви, каждый в своей. Ну и, конечно, преподаватели. Каждую неделю приезжают новые. Это делает программу очень разнообразной. Каждую неделю новый учитель, новая тема. И, конечно, это тоже влияет. Ну и я верю, что за эти годы, конечно, очень много людей, они приехали, вернулись измененными. Веня, ваш брат Вениамин Тишко, тоже учился в СМБС в прошлом году. Благословенный брат. Слава Богу за то, что вы его отпустили, взрастили, благословили. Ну и по окончанию миссионерской школы они отправляются на миссию. Об этом я расскажу чуть позже. А после этого начинается летом новая программа у нас TBS. Это Teens Bible School. We have Teens Bible School for teenagers. We have teenagers, they come from all over US to come to Teens Bible School. Подростки приезжают тоже из разных штатов, церквей, возраст 14 до 17 лет. И вот даже есть у вас брат Анатолий. Его сын тоже был у нас на Флориде, в подростковой школе учился. И, как видите, что даже издалека приезжают. Кстати, из штата Вашингтон приезжает больше всего. Вот здесь вот больше всего людей из штата Вашингтон, но и в подростковой школе тоже немало приезжает учиться подросткам. At Teens Bible School, teenagers, they have Bible classes, they have cooking classes, mechanical classes, they have fishing classes, hair design classes, crafts. Driving classes, they have field trips every week. На русском их учат, как готовить кушать, учат, как работать с деревом, как ездить на машине, механике. Ну, таким разным житейским, бытовым вещам, помимо уроков Библии, которые у них проходят тоже регулярно. С ними живут взрослые люди круглосуточно, в аэропорту их всех встречают, забирают. Но там эта уже система 7 лет работает. Поэтому, если ваши родители вас благословляют, служители благословляют, то we challenge you, teenagers, come to Jacksonville, Florida, and you will never regret it. Come to TBS, and we always say, give God a chance. Give God a chance, and you will never regret it. Ну и потом у нас осенью открылась недавно новая программа, которая называется IDT, Intensive Discipleship Training. Это школа ученичества. И она начинается в конце августа. И таким образом у нас уже идет обучение круглый год. Только для разных возрастов и в разных направлениях. Это тоже стационарная школа. It's a full-time Bible college. И уникальность этой программы, что там ограниченное количество студентов. Класс не такой большой, специально. И у каждого студента есть mentor или наставник. И главная цель – это уделить лично индивидуальное внимание каждому студенту. Один или два раза они встречаются со своим наставником регулярно, один на один. И это помогает людям разобраться и в своих жизненных разных вопросах, в которых иногда люди пытаются разобраться, и также помогает людям расти духовно, когда рядом возле вас есть опытный, старший человек, который вас наставляет. Вы помните в Библии, что же это есть? Елисей, Илья, Павел, Тимофей. Рядом кто-то был, и он наставлял, советовал, вдохновлял, учил. И конечная цель – это научить человека потом также возле себя взращивать других людей. The final goal is to make disciples. The Bible says, go and make disciples. So we want to raise disciples, and we want to equip and teach you how to make new disciples. Once you're going to come back home, you can make new disciples one-on-one, outside of church settings. Поэтому, если вас заинтересовала какая-то из этих программ, у нас там с тобой есть информация, брошюры на русском, на английском языке. У нас есть веб-сайт slavicmissionary.org.
и вы сможете больше получить там и прочитать. И если у вас мысли бывают, а стоит ли ехать так далеко, а стоит ли тратить на это деньги и время, то я вам один стих из Библии хочу напомнить. Библия говорит: ищите прежде Царствие Божие. Все остальное Бог позаботится. Я прошел через это, и уже много семей и родителей прошли через это. Пусть ваши дети навсегда получат фундамент сначала, духовный, непоколебимый, а все остальное приложится вам. Теперь пение хора. Слушаем.
свидетельство. Приветствую вас, дорогая церковь. Меня зовут Эмилия Нога. Я из Денвера, Колорадо. And I will be sharing a short testimony. Я поделюсь коротким свидетельством. I grew up in a loving Christian family. Я выросла в хорошей, любвеобильной христианской семье. Where a relationship with God was a very important thing. Где отношение с Богом для нас было очень важно. I was the granddaughter of a pastor. Я была внучка пастора. Who was persecuted for his faith in Soviet times. Которые пережили гонения во время Советском Союзе. And that is how I knew for sure that the gospel of Jesus Christ was the truth. И вот как я знала точно, что Евангелие Иисуса Христа это является истиной. Throughout my whole life I've been very involved in church. Через всю мою жизнь я была очень вовлечена в церковь. By age 14 I had my own ministry. В 14 лет у меня уже было свое служение. And apart from that ministry, I was also involved in children's ministry. Я также была вовлечена в детское служение. Youth and young adults ministry. Также служила и с молодежи, и также старшей молодежи. And ushers. И также в ушерском служении. I was one of those people that couldn't say no when it came to serving. Я была один из тех человек, из тех людей, которая не могла никому отказать. And it was very difficult at times. И это иногда для меня было тяжело нести все это. Apart from church, I worked and went to college full time. Плюс этого, помимо церкви, я также еще работала и была в колледже студентом full time. And even though I was so involved in church, несмотря на то, что я была очень вовлечена в церковь, I had a very dull relationship with God. У меня не было настоящего такого отношения с Богом. You see, the enemy, he will keep you as busy as you can get. Когда враг, когда мы заняты, то он нас тоже этим отвлекает. Even if it's good things that he's keeping you busy with, like ministry. Даже если это хорошие вещи, чем он нас занимает, даже если это служение, он все равно нас как-то отвлекает этим. Just to keep you from having a great burning relationship with God. Для того, чтобы у нас не было этого настоящего горящего отношения с Богом. Можно монитор, пожалуйста? At 20, I had a sudden realization that I've been walking in circles. И в 20 я уже поняла, что я хожу как будто бы кругами на месте. I woke up. Я просыпалась, went to college, шла в колледж, went to work, шла на работу, went to church, потом шла назад в церковь, came home, приходила домой. And that was my schedule. И это было такое мое расписание. And that was continuing for 4 to 6 years about. И это было на протяжении 4-6 лет. I felt as if I had been walking in circles that so long. И так как я замечала, что я ходила кругами на протяжении долгого времени, that I was in a ditch. Я была как будто бы в какой-то яме или болоте. And I could barely see out of it. И я не могла видеть выход оттуда. In a cry of desperation, I asked God to take me out of there. И я просто воззвала к Богу от безвыходности, чтобы Он мне помог. And that is how I came to SMBS. И вот как я попала в SMBS, миссионерскую школу. SMBS did not change me. SMBS не изменила меня. What it did was provide an atmosphere. То, что это мне дало, это мне просто предоставило хорошую обстановку, атмосферу. Where I could finally grow and begin again. Где я могла начать все сначала и расти. I had not realized how much my spirit longed to have a relationship with God. Я не могу даже описать, как мой дух, он просто жаждал этого отношения с Богом. Until that first week of devotions was over. До тех пор, пока первая неделя наших личных отношений закончилась. And after that first week, I began to hear His loving words towards me again. И после этой недели, когда началось наши личные отношения с Богом через вот эту программу, которая обязывает нас проводить личное время с Богом, я начала снова слышать голос Божий. I began to move and walk in His gifts. Я начала опять двигаться в Его с Его дарами. And began to encourage others to do the same. И также начала вдохновлять других, чтобы они также двигались вперед. Honestly, I came in with the mentality that I generally knew everything there was to know about God and His love. Я пришла, приехала и думала в себе, что я обычно, я знаю все, что можно знать о Боге. That soon completely broke down. Но это очень быстро я поняла, что я ошибаюсь. And now the more that I learn about God, the more I want to know. А теперь, чем больше я узнаю Бога, тем больше я хочу Его больше познать. It's like when you're digging for a treasure. Это как будто вы копаете и откапываете сокровище. And you find one precious stone. И вы находите один драгоценный камень. And you keep digging and there's more. И вы начинаете дальше копать, and вы находите dig, больше. Чем больше вы углубляетесь, чем больше вы находите и открываете сокровище. I now look forward to listening to speakers.
Я знаю, что слушая разных спикеров, and I also look forward to evangelizing. I now look forward to listening to speakers. Я очень хочу, желаю слышать разных проповедников. Evangelizing and most of all interceding for people. Также хочу, ищу, чтобы быть участником евангелизации. On June 8th, I'm flying to India with a group of God-loving people. 8 июня после окончания школы я улетаю на миссию в Индию с моей миссионерской группой. And this group, the only thing that it fears is the fear of God. И эта группа, единственный страх у них, который есть, это страх Божий. I cannot wait to see what the Lord is calling me to perform. Я даже не могу дождаться, что Бог сможет сделать через нас. And I know I will bring glory to the Lord. И я знаю, что это принесет славу нашему Богу. I'm encouraged by the psalmist who wrote in Psalm 144. Я хотел бы вдохновить вас небольшим стихом из псалмов. Blessed be the Lord my rock. Да будет благословен Господь, который является моей скалой. Who trains my hands for war. Который дает мне. Trains my hands for war. Псалом 144 на английском языке. На русском это будет 143. Вам домашнее задание сейчас открывать Библию и читать. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle, my loving kindness and my fortress, my high tower and my deliverer, my shield and the one in whom I take refuge. I know that even though I will be going to a country that persecutes Christians, я знаю, что несмотря на то, что я поеду в страну, где христиане гонимы, I will walk without fear. Я все равно буду идти бесстрашно. His love is what changed me. Потому что его любовь это то, что изменило меня. And though I may not be sure what the future holds for me, и несмотря на то, что я не знаю, что для меня ожидает в будущем, I know who holds my future. Я знаю, что он является моим будущим. He said that he knows the plans he has for me. Он сказал, что он знает планы, которые он имеет для меня. And I depend on him. И я завишу от него. Psalm 146:5 says, "Happy is he who has the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God." В псалмах написано, что блажен человек, который уповает на Него. Я знаю, что я не единственный человек, который находится здесь, который устал от рутинной, скучной жизни. Те, которые хотят все-таки встать, подняться и иметь какой-то прорыв. Если вы чувствуете так сейчас, это ваш шанс. Это, возможно, тот призыв, который вы, наверное, давно ждали. You may think you're busy or have important things to do, and that may be true. Возможно, что вы думаете, что вы заняты или у вас есть более важные вещи. Наверное, может быть, это и правда. But I encourage you to take some time off. Но я вдохновляю вас взять какую-то паузу, отпуск. And just come to the Lord. И просто прийти по-настоящему к Господу. Put everything aside. Все отложить в сторону. Because you never know what He has planned for you. Потому что ты никогда не знаешь, что Он запланировал для until тебя. You give up what you до тех пор, пока ты сдашься и отдашь все, что ты запланировал. I know that there will be no regrets. Я знаю, что потом у вас не будет никаких сожалений, if you do come. Если вы придете. And I know that there, this whole class, they have no regrets. Yes, they might be doubting sometimes, but я знаю, что у всего этого класса у них тоже нету никаких сожалений, несмотря на то, что иногда бывают какие-то сомнения, но они не жалеют об этом. Blessings to you, beloved church. Amen. Пусть Бог благословит вас, любимая церковь. Аминь. Приветствую вас, церковь. My name is Kevin Krenitsyn. Меня зовут Кевин Креницын. Yes, not your typical Slavic name. Да, это не такое типичное славянское имя. And today I will be speaking about something amazing the Lord has done. И сегодня я буду говорить о чем-то очень таком большом, что Бог сделал в моей жизни. But before I get started, но перед тем, как я начну, I would like to mention how beautiful Washington. Я хотел бы рассказать, насколько Вашингтон, штат, прекрасный. You guys are really blessed to be living. Вы благословенны жить в этом штате. A group of us actually just got back. Группа из наших, группа наш, из наших людей, мы сейчас только что вернулись. From hiking Rattlesnake. Мы поднялись на гору Rattlesnake. And the view on top is just breathtaking. И вид, который мы увидели там сверху, это просто захватывало дух.
Но я здесь не для того, чтобы говорить только, насколько красивый штат Вашингтон. Я здесь, чтобы говорить, насколько наш Бог, Он великий. И то, что Он сделал в моей жизни. Как многие из нас, я вырос в христианской семье. Я имею просто прекрасных родителей, которые меня направляют и направляют к поиску Иисуса Христа. Когда мне было 16 лет, моя жизнь начала потихоньку скатываться вниз. Я всегда думал, что у меня есть личные взаимоотношения с Богом, но потом, когда я посмотрел на свою жизнь по-другому, я их не имел. Моя жизнь была наполнена работой, учебой и разными отвлечениями. У меня всегда была какая-то пустота в сердце. И я всегда искал чем-то ее заполнить. И однажды я просто докатился до того, что я был просто в большом стрессе, злым. И я как-то искал, как можно было избежать этой ситуации. Я спросил Господа, let me leave that life. Помоги мне оставить эту жизнь and pursue you fully. И полностью преследовать, искать Тебя. And that is how I ended up in SMBS. И вот как я оказался впоследствии в SMBS. One thing that I've learned in SMBS. Одну вещь, чему я научился в миссионерской школе SMBS, is that you cannot have a full relationship with Christ. Это то, что ты не можешь иметь полное личное взаимоотношение с Богом, if you don't give yourself fully. Если ты себя полностью этому не посвятишь. Like every single person behind me. Каждый из этих, которые находятся сзади меня. We have left our school, our work. Мы оставили нашу работу, оставили нашу учебу, our old lives, наши старые жизни. Pursuing just one goal. И мы все преследуем одну цель. To have a relationship with иметь личное отношение с Богом. It is the second best thing, best choice I've made in my life. Это второй самый лучший выбор, который я сделал в своей жизни. And the first best choice I've made. А первый мой лучший выбор в жизни был. Is giving my whole life. Это посвятить, отдать всю мою жизнь. To God. Богу. And every single person behind me. И каждый из присутствующих сзади меня. Can testify the exact same они могут thing. Также об этом свидетельствовать. And I want to leave you guys with two things. И я хочу оставить вам кое-что. A verse, стих, and a question. И вопрос. In Luke 9:24, Луки 9 глава 24 стих. The scripture says, "For whoever will save his life shall lose it." Написано, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. But whoever will lose his life for my sake, the same shall save it. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. And a question. И вопрос для вас. How much are you willing to do to have a relationship with him? Насколько вы далеко готовы зайти, чтобы иметь эти отношения с Богом? Is your full heart going to pursue having a relationship? Можно ли сказать, что ваше полностью сердце предано тому, чтобы искать этих отношений? And I challenge you guys. Я вдохновляю, бросаю вам вызов. To put your main focus on him. Чтобы вы сфокусировались и главный ваш фокус был на нем. Amen. Аминь. Сейчас пение хора. Thank you.
прощен, свершилась, жизнь обрела новый смысл. Свершилась, свершилась, на небесах буду вечная с ним. Господь, мы благодарим Тебя, потому что Ты есть Бог живой. И я знаю, Боже, я верю, что радуется небо, когда эта молодая армия поет Тебе, что Бог, Он живой, что жизнь обрела новый смысл. Господь, мое сердце радуется. Я верю, Боже, что и на небе там тоже праздник. Я благодарю Тебя, Боже, за церквя, за служителей, за родителей, Боже, которые когда-то воспитывали, Боже, этих людей. Благодарю Тебя за всех преподавателей, которые в них вкладывали, Боже, за служителей, которые их учили, поднимали, Боже. Слава Тебе, Господи, за все отвеченные молитвы, Боже, которые повлияли на них. И сегодня, Господи, они свидетельствуют и поют, Боже, сегодня смело перед многими, что свершилось, получилось с Божьей помощью. Есть, Боже, плод и результат. Жизнь обрела новый смысл. Слава Богу за это. Хвала Тебе, Господь. Будь прославлен и благословен наш Бог и Царь, Отец и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Я вам вначале говорил, что все заканчивается в конце миссионерской поездкой, и это правда уже на протяжении 12 лет. После каждой учебы в миссионерской школе они уезжают на миссию, большинство из них. И в среднем в последнее время это 10-12 групп. Где-то 70-80 человек присоединяются, еще бывают люди из других церквей и штатов, и они уезжают на миссию в разные страны. В прошлом году это было 9 стран. В этом году они уезжают на миссию в Украину, в Россию, уезжают на миссию в Танзанию, в Кению, в Уганду, в Индию, в Непал, в Гондурас. В разные страны, где Бог открывает двери и дает возможность служить. И у каждого из них, они здесь разделены на группы,
у них есть с собой такие карточки или открытки, где есть их информация, страна, куда они едут, их контакты. И вы можете взять эту открытку и карточку и поставить у себя дома на вашем холодильнике с целью, чтобы помнить и молиться о них. Вы знаете, что когда-то, когда мне было, я родился в Украине, когда мне было 15 лет, я уехал во Францию и жил там в доме у одного пастора. 5 лет я жил далеко от родителей, в чужой стране, в чужой культуре. И я был в Швейцарии, это страна в Европе, где я был свидетелем, как там люди молились за Советский Союз и молились за миссионеров. И они это делали с большим постоянством. Молились за миссионеров, молились они и дети их. И вы знаете, что меня запомнилось очень сильно, это то, что они это делали с постоянством, а второе, что они молились за людей, которых они своими глазами не видели. Некоторые из них никогда не видели людей Советского Союза, но сегодня мы здесь, чтобы вы увидели. Это ваши, наши дети, молодые люди, которые сегодня пойдут на миссию. И мы очень нуждаемся в вашей поддержке. Очень. Когда-то старшие люди, дедушки, братья, они сидели в тюрьме за веру. Благодаря этой жертве, благодаря этому вы сохранили веру, но не только. Вы ее передали нам. Сегодня уже перед вами уже целая армия молодых людей, которые тоже имеют сегодня в сердце своем веру. И сегодня уже наша очередь нести эту веру дальше, передавать эту веру другим. Но когда-то старшее поколение передало эту веру нам. И сегодня, когда это молодое поедет на миссию, то мы нуждаемся в вас, дорогие братья и сестры, чтобы вы поддерживали нас в молитве, в советах, иногда в наставлениях. Вы сегодня можете подойти к кому-нибудь из них, поприветствовать их, обнять, даже им что-то посоветовать, благословить, взять вот эту карточку и сказать: «Я буду за тебя молиться». Ты можешь знать и рассчитывать, что Рентон, Вашингтон будет с вами и будет поддерживать вас. И вы знаете, что еще можно сделать? Очень полезную вещь. Можно не просто взрослым молиться за миссионеров, а если у вас есть дети, маленькие или средние, с ними вместе молиться за миссионеров, чтобы ваши дети, когда они вырастут, чтобы они знали, что миссионеры – это хорошо. Миссия – это хорошо. Меня в детстве научили, повлияли, что миссионеры – это хорошо. Когда я еще не понимал, что это значит миссионеры. Я не понимал таких слов, что такое евангелизация, миссия. Но нас научили, что это хорошо. И я вырос, и я помню, что это хорошо. Нужно это поддерживать, благословлять. Поэтому и вы так можете делать, дорогие братья и сестры. Благословлять, поддерживать и также этому учить детей. Когда они будут там, далеко, они некоторые поедут с билетом, имеют билет только в одну сторону. Это большая жертва. Не только для них, но и для родителей, которые на это соглашаются. Некоторые из них готовы поехать, например, на полгода. Даже и меньше, это тоже жертва. Потому что многие из нас, мы даже на месяц нам вырваться, это очень большая жертва. Но когда они будут там долго, если ваше сердце будет расположено, вы сможете им потом уже в их группу отправить какое-то пожертвование, если вы пожелаете и будете помнить о них. И также я всегда хочу подчеркнуть эту мысль, что мы должны, я верю, я так хочу научить своих детей, научить также и наших детей. Когда мой сын, которому 7 лет, когда он получил свой первый доллар, и он его отдал в церковь, первый доллар, я как родитель, я летал от счастья. Я такой был доволен, мне казалось, что я выше ростом стал. Насколько это было благословение, что мой ребенок свой первый доллар он отдал в церковь. Я приглашаю, я хочу так научить своих детей, чтобы мы их научили даже копейки, которые у них есть, чтобы они могли отдавать, жертвовать на дело Божье, в церковь приносить. Даже если это там их 5 центов, как говорят по-русски, свои 5 копеек вставить, для них это хорошо, чтобы они учились поддерживать и благословлять. И я знаю, что когда они поедут, им там будет нелегко. И в условиях жизни, где-то в Индии или в Африке, питание, душ, кондиционер, транспорт, это же все там по-другому, не так, как здесь. Но и также будет самое главное, борьба или битва, это духовная битва.
Но я вам скажу, что я на миссию езжу каждый год, и каждый раз оттуда возвращаюсь вдохновленным. Хоть и трудно, и духовно, и физически, но ты поднимаешься в духе. Я слышал о вашей церкви хорошее. Если вы занимаетесь миссией, евангелизацией здесь, в Америке, или там, за океаном, мы сюда приехали, чтобы вас вдохновить. Продолжайте это делать. Продолжайте это делать. Нам нельзя жить ради себя. Нельзя жить просто ради своего комфорта и просто нам здесь, в церкви, менять лавки, кондиционеры, лампочки и все. Библия говорит, Христос умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили. Моя дочка, ей 5 лет, она знает этот стих наизусть. Христос за всех умер. Умер не только, чтобы простить грехи, не только, чтобы дать нам спасение, но умер, чтобы люди в штате Вашингтон и Флорида не жили для себя. Христос умер, чтобы люди не жили для себя. А я знаю, что в Америке иногда оно так нечаянно получается. Я в Америке уже живу 15 лет. Поэтому я вдохновляю вас, братья и сестры, благословляю, заранее благодарю вас. Поддерживайте миссионеров. Они, я верю, это ценные люди в Божьем Царстве, потому что Христос сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Сейчас мы посмотрим короткий видеоролик. Это один из наших миссионерских проектов, который мы делаем на Кубе. Куба – это коммунистическая страна, где миссионерство было закрыто многие годы. Но сегодня с Божьей помощью там уже открылось 3 славянские общины, было 5 водных крещений, и сегодня и туда пришло Евангелие. За другие страны, где Бог делает миссионерскую работу, там в Индии, в Африке, в Украине, вы сможете посмотреть на нашем сайте или на нашем YouTube. А сейчас внимание на экран. Сейчас мы находимся в Гаване, в столице Кубы, куда мы приехали с нашей миссионерской командой с целью проведения конференции для славян, живущих на Кубе. Уже около 5 лет, как мы работаем среди славян здесь, в этой стране. Все начиналось, конечно, с маленького. Первая евангелизация, потом первое водное крещение. И с Божьей помощью здесь зародилась первая славянская церковь на Кубе. На протяжении этих лет здесь уже было несколько водных крещений, и в разных городах Кубы зародились славянские христианские общины. Теперь наша задача заключается в том, чтобы эти новообращенные люди росли духовно. Для этого в прошлом году здесь была организована впервые в истории Кубы конференция для славян. И мы, увидев жажду этих людей, убедились в том, что это стоит продолжать. И вот сегодня мы с вами находимся на второй ежегодной конференции для русскоговорящих на Кубе. И здесь съехались люди из разных провинций Кубы, из разных городов, из разных церквей для того, чтобы питаться духовно. Так как у многих из них нет возможности слушать разнообразие проповедников, в основном здесь одни женщины, у них нет возможности питаться духовно по интернету, у них нет таких конференций, как у нас, и поэтому они очень ценят такими моментами и приезжают сюда с большим удовольствием. И это нас радует. Радует еще и то, что на этот год на конференцию приехало даже еще больше славян, которые жаждут слушать Слово Божие. Конференция меня потрясла под впечатлением тематики семинаров. Тема была избрана актуальной, необходимой в данный момент. Прощение, которое нам было объяснено словами Библии, словами Господа.
дошло до наших сердец. Кончилась первая лекция, просили прощения друг у друга, плача, потому что Бог нас так тронул, что это нужно для того, чтобы мы, если мы любим друг друга, мы должны это делать, чтобы мы могли возрастать. Дух Святой тронул меня, у меня были слезы, а потом очень сильно думала про себя, думала, вникала в себя. Поняла я, что в нас в самих находится много всего, чего мы не должны иметь и над чем нам еще работать предстоит. Каждый раз, когда мы слышим эти проповеди, обогащаемся духовно, мы растем все больше в Боге. Конференции нам дают очень много знаний. Мы приближаемся к Богу. Сегодня это первый день конференции, где у многих была возможность слушать семинары и питаться духовно, а также была возможность наслаждаться пением, общением и вместе радоваться в Боге, как братья и сестры. Один из методов нашего служения было также душепопечительство, где у каждого присутствующего на этой конференции была возможность записаться на консультирование к служителю, где они могли вместе побеседовать, помолиться за них и послужить для них духовной поддержкой в их нуждах. На протяжении конференции, во время семинаров, Слово Божье касалось людей. И многие выходили вперед для молитвы, для покаяния, где Бог производил свою работу в сердцах людей. Это было видно на их лице, это проявлялось через слезы, через благодарности и свидетельства, отзывы местных, которые посетили эту конференцию. То, что я здесь вижу, мне все это очень нравится. Мне нравится окружающие меня любовь, теплота. Мне нравится, как меня восприняли, можно сказать, по-родственному, как в семью приняли. Я вообще никогда в церковь не хожу. Никогда. Это первый раз. Ну, была большая встреча с нашими соотечественниками, со всеми, которые здесь живут. Ну, поняла, что такое. Надо в церковь ходить и надо верить в Бога. Большое спасибо за то, что вы приехали, потому что нам нужны ваша помощь, потому что у нас здесь на Кубе есть люди, которые пропадают, пропали от жизни, пропали от Бога. Нужна ваша помощь, чтобы этих людей вернуть к жизни, вернуть к Богу, чтобы они вышли на путь. Мы все христиане, одна семья, и мы очень нужны друг другу. Thank you.
Грехи, как камень, все влекут ко дну. Проблемы, горе, нет конца всему. Томишься ты, живя день ото дня. Ты ищешь счастья, доброты, тепла. Ты снова пробуешь начать с нуля, но понимаешь, что все это зря. И жизнь взяла тебя в круговорот. Тебе нет сил, чтобы сказать и стоп. Иисусу Христу. Теперь, друзья, настало время слушать Слово Божие. Я сегодня хотел бы говорить на тему, которая называется «Сердечные болезни». Я не знаю, как вам нравится или нет говорить о здоровье. Моя жена по профессии медсестра. И иногда она мне говорит: «Богдан, сходи, проверься к врачу». А я всегда удивляюсь, зачем. Все нормально, все хорошо, я здоровый. Зачем тратить время и идти проверяться? Но медсестра и медицина знают, что иногда проверять здоровье нужно не потому, что ты заболел, а для того, чтобы не заболеть, чтобы предотвратить болезнь. Sometimes we go to the doctor to prevent things, prevent diseases, not because you are sick. Поэтому сегодня для нас важно самому себе
знать, в каком находимся мы состоянии, какое наше здоровье духовное. Мы будем сегодня говорить о физическом здоровье и, конечно, будем проводить параллель с духовным нашим здоровьем. Вы знаете, что Библия говорит о том, что мы иногда, люди, можем снаружи казаться очень верующими, правильными и святыми, но внутри у нас могут быть болезни и проблемы. Это правда и физически. Вы можете посмотреть на человека и сказать, он нормальный, здоровый, но у него могут внутри быть серьезные проблемы. Так же и с верующими людьми, так же и в духовном плане. И вы знаете, что от нашего отношения с людьми, наше отношение с людьми зависит от нашего духовного здоровья. Знали ли вы об этом? Думали ли вы когда-либо или нет? От нашего состояния духовного, от нашего духовного здоровья зависят отношения с людьми, какие они, хорошие или плохие. И Библия говорит о том, что больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Это притча 4 глава. Above all, guard your heart, protect your heart, pay attention to your heart, for everything flows from your heart. Больше всего хранимого храни сердце, потому что из него все выходит, исходит, выходят из него источники жизни. Еще одно место из Библии, которое тоже известно всем нам, Луки 6 глава, написано, что от избытка сердца говорят уста. From the abundance of your heart, you speak. Whatever is in your heart, you will speak sooner or later. Все, что находится в твоем сердце, рано или поздно ты будешь об этом говорить. От избытка сердца говорят уста. Вот почему сегодня мы будем с вами говорить о сердце, о сердечных заболеваниях и как они отражаются на наше поведение, атмосферу и всю нашу духовную жизнь. Я знаю, что есть болезни, о которых люди могут легко говорить. Например, если человек себя плохо чувствует, и у него задашь вопрос, что с тобой, что физически у тебя не так. Если у человека болит голова, он без проблем скажет, у меня болит голова или рука. Но бывают такие болезни, или бывают такие органы болят, о которых мы не говорим. О них стыдно говорить, стыдно о них рассказывать. И бывает такое, что даже мы не идем к врачу долго, потому что просто стыдно об этом даже говорить, рассказывать. А иногда перед врачом даже нужно раздеваться. А это неудобно, это такой неловкий процесс. Нужно раскрываться, смиряться, унижаться, рассказывать. Но если тебя эта проблема уже припекла, придавила, пойдешь, правда? Пойдем и разденемся, и скажем, даже если стыдно. Так же бывает и в духовной жизни. У нас также духовные есть заболевания, есть какие-то духовные проблемы, связанные с нашим сердцем, и оно все проявляется через наши слова, дела и мысли. Но о них иногда стыдно рассказывать. О них иногда стыдно говорить. Стыдно признаваться. И мы с этими болезнями духовными, пороками, грехами живем годами, пока оно нас еще не достало. Сильно еще так оно, ну да, плохо, мешает, но жить можно. Бывает мигрень, бывает болит голова, люди с этим живут годами. Оно мешает, голова болит, но люди живут годами. А бывает голова болит, бывает такая мигрень, что людей ложат на операцию, делают операцию в голове. Уже невыносимая боль в голове.
начинают отказывать другие органы. В нашей церкви одной сестре сделали недавно операцию на голове, разрезали весь череп. До этого у нее тоже голова болела. Но приходит момент, когда уже нельзя терпеть эту. Эта болезнь уже так уже прогрессирует. Вот так бывает и в духовной нашей жизни. Есть грехи, есть духовные болезни или недостатки наши. Как это? Это может быть гнев, это может быть крик, это может быть ропот, это могут быть сплетни, обман и так далее. Это все духовные болезни, которые связаны с чем? С сердцем. Почему я так думаю? Это не я так думаю, так написано в Библии. Так написано в Библии, что все вот эти наши пороки, недостатки, проблема с сердцем нашим, с нашим духовным состоянием. И пока нас эта проблема еще не сильно, можно сказать, ну, бывает, знаете, что алкоголик пьет, пьет, ему говорят, плохо, не надо, пей. Но пока он не скатится до самого дна, потеряет, пропьет все, тогда он, наверное, шанс есть, поймет, что да, уже все, уже точно плохо. Вот так бывает и у нас. Вот эти все наши гнев, крик, обман, ропот, сплетни, оно у нас есть, но это, как знаете, такая легкая головная боль. С ней жить можно. А второе, мы с ней уже живем лет 7, мы уже привыкли к этой боли, привыкли к этому пороку. И поэтому мы дальше продолжаем с ней жить. Еще как проявляются наши духовные болезни? Две вещи. Как проявляются наши духовные болезни? Это через язык и через наши мысли. А последствия — это поведение. How do we know? How do you know if you are spiritually sick? Through your language, through your thoughts, and through your behavior. Написано в Библии, Марка 7 глава, изнутри, из сердца исходят злые мысли, плохие мысли. From your heart, evil thoughts, they come from your heart. Поэтому еще раз, как проявляются духовные болезни? Как узнать, если человек духовно, с сердцем, сердечно имеет проблемы, когда он начинает плохо говорить, а это крик, гнев, ропот, сплетни, злость, обида, или думать. Может не сказать, сдержаться, но внутри он вас уже так, я не знаю, как это сказать, так уже порошок просто превратил. Готов был разорвать на куски. Он не сказал, но мысленно подумал. Это все исходит оттуда, из сердца нашего. И нам, верующим, очень важно понять одну простую вещь, что когда люди нас раздражают, это может быть жена-муж, это может быть дети, это могут быть люди в церкви, это могут быть на работе, это может быть люди, с кем ты дружишь. Мы думаем, что если этого человека убрать, все будет нормально. Да, бывают такие исключения, это, возможно, поможет, но куда бы вы ни поехали, куда бы вы ни переехали, хоть на Луну, с вами всегда поедет ваш характер и ваше сердце. И все, что там внутри вашего сердца живет, все, что там есть, меняйте людей, меняйте церковь, меняйте работу, меняйте босса. Любой вариант, с вами все, что оно жило внутри, оно так и будет у вас внутри жить. Знаете, как это можно еще сравнить с физическим миром? Это когда человек, он болит, у него болит что-то, желудок, печень, болезнь есть физическая, а он думает, вот если я перееду в другой штат, то желудок перестанет болеть. Или если я перееду назад в Украину, то у меня перестанет болеть сердце. Мы знаем, что нет. Проблема же внутри. Куда ты ни переезжай, она всегда в тебе будет.
она в тебе, она в нас, внутри. И Библия говорит, что от избытка сердца говорят уста. Out of the abundance of your heart, whatever is in your heart, you will talk. Приведу вам простой пример. Например, представьте себе, что я приехал к вам в гости. И пришел к вам домой, и у вас во дворе стоит такая будка, где живет собака. Будка по-русски, по-английски. Знаете такое слово? Dog house. Doggy is inside of this little wood house. Я прихожу к этой будке, где живет эта собака. И мне просто интересно. Интересно узнать, почему сделали такую большую будку, потратили сколько денег на нее, и там живет такая маленькая собака. Я начинаю ее там осматривать, смотреть вокруг, ходить, что там, чуть, ну вообще нет логики. Такая маленькая собака, такая большая будка. Потом я начинаю эту будку, этот деревянный домик там трогать, вертеть. Потом начинаю ее, и он ногами так толкать эту будку. А потом начинаю брать палку, бить по крыше. А потом начинаю брать палку и туда, вовнутрь, туда, где эта собака. Начинаю туда палку толкать, а потом ее давай переворачивать, а потом взял ее, поджег и спалил ее огнем. Вы бы, наверное, меня в гости уже не пригласили. Но, как вы думаете, если бы я вот это делал, что бы случилось? Я бы, наверное, бы еще не успел поджечь и спалить эту будку. Я бы только ее вот так вот палкой бы там ударил бы, чтобы оттуда выскочило. Чтобы оттуда выскочило. Вначале начала бы рычать, потом гавкать, а потом бы 100% меня укусила. Правда? Знаете почему? Очень просто. Там внутри жила собака. Без разницы, породистая или нет, маленькая или большая. Если там внутри, в этот doghouse, там жила собака, как только я начинаю ее дразнить, шевелить, толкать, обижать, бить палкой, обливать водой и потом поджигать, она мне 100% укусит. А теперь представьте другой пример. Я прихожу точно так же, и там стоит эта же деревянная будка, но там внутри никого нету. Нету уже собаки. Я ее, хоть как хотите ее, бейте, переворачивайте, крутите, хоть об землю, разбейте ее в дребезги. Что оттуда будет гавкать? Никто, ничто. Там нету, внутри не живет эта злая собака. Нету уже ее внутри. Так же, друзья, бывает и в нашей жизни. Стоит нашу будку, ну, наш человека нашего, так взять, тряхануть хорошо, перевернуть, толкнуть, ударить палкой, облить там водой, ну, обидеть, сказать. И вы знаете, может такое быть, что кто-то может так нечаянно и даже гавкнуть. И мы удивляемся, да ты что, ты же, ну, нормальный человек был, пока тебя не трогали. А еще бывает, знаешь, что не только это сделает, а еще может и укусить. Бывает даже, может и загрызть. И ты уже знаешь, что внутри там живет. И ты уже обходишь этого человека так издалека, обходишь и так на «вы» шепотом, и стараешься его не ворушить, не трогать. И вы знаете, что проблема... Куда бы, если там собака живет внутри, куда бы в этот домик с собакой не переставляли, в любую церковь, в любую страну, в любой штат, стоит ее там зацепить, подразнить, сразу укусит. Вот такая проблема бывает у нас внутри. Когда в нас внутри живет зло, когда у нас внутри живет гнев, крик, когда у нас внутри живут
вот эти ропот и сплетни. Библия говорит, что оно все проявляется. Как? Мы с вами читали в Библии. Как? Помните? Как это проявляется? Через язык и через мысли. Язык и мысли – это выдает наше, дает нам диагноз, диагностику нашего сердца, духовного состояния. И от этого же наше и поведение, естественно. И когда мы это имеем внутри, то только надо дать шанс, просто возможность. Вас один раз, один вечер нужно просто достать, разозлить, несправедливо поступить, обидеть. И 100% что-то начнет сразу или гавкать, или кусаться, или рычать, или просто неприятное. Потому что внутри оно нас есть, внутри оно нас живет. И мы с этим пороком сердца иногда соглашаемся и живем уже много лет, годами. Вы знаете, что когда люди пробуют лечить что-то, то иногда они готовы на все, когда человек серьезно болен, готовы бросить работу, готовы переехать в другое место жительства из-за климата, готовы поменять диету, готовы тратить большие деньги, чтобы только выздороветь и жить. Это в физическом плане правда. А как насчет духовного? Духовного здоровья, духовных заболеваний. Как насчет вот этих вот проблем, которые у нас в сердце живут? Это такая, знаете, легкая головная боль, с которой мы привыкли. Это такая легкая мигрень, с которой жить можно. Ну да, я кричу, ну бывает кричу, но они же раздражают, то и кричу. А Библия говорит, что нет, не надо. Не надо гневаться. Не надо кричать, но ведь он же меня достал. Нет, не он. У тебя внутри оно. Если бы у тебя его не было, как бы тебя не доставали, у тебя бы его не было, ты бы просто не смог. Вы же, наверное, замечали людей, которые есть такие люди скандальные, очень крикливые, а есть спокойные, мирные. И тот человек даже могут быть одинакового возраста, одинакового воспитания, одинакового гражданства. И смотрятся одинаково. Но внутри у них сердце разное. И не реагируют по-другому. Потому что у них другой диагноз. Диагностика сердца. Это то, что влияет на нашу духовную жизнь. И вы знаете, что мы иногда можем перепробовать все в физическом мире, чтобы выздороветь. Но в духовном плане нет. Мы не готовы идти на эти жертвы. Мы не готовы что-то там платить, тратить время, бросать работу, оставлять, уезжать куда-нибудь в горы, брать какие-то посты, молитвы, пропускать какие-то дни рабочие, чтобы идти и снова искать эти молитвы, служения, чтобы лечить сердце духовно, чтобы характер изменялся, чтобы он рос. Мы не готовы. Мы не против лучше стать, но мы не готовы платить цену. Но когда мы заболеваем физически, когда это сильно болит, я думаю, у вас есть знакомые, друзья, или, может быть, это лично ты, мы тратим и деньги, и время, и все меняем, диету, климат, все, чтобы только выздороветь и жить. Нормально. По крайней мере, мы перепробуем все. Но в духовном плане, знаете, что мы часто делаем? Когда мы болеем духовно, когда болит, знаете, что мы делаем? Мы принимаем обезболивающее, но мы не лечим. Называется по-английски we take pain relievers. When we know we're spiritually sick, we know we have this problem in heart, we know we have anger issue, we know it. But we like to take pain relievers. Знаете, как это работает? Обезболивающие таблетки. Это когда мы приходим в церковь и просим.
просим за нас помолиться. И мы имеем на это право. И когда за нас помолятся, нам встает легче. Но потом, через неделю, мы как кричали, так и будем кричать. Мы как гневались, так и будем. Как роптали, так и будем кричать, роптать. Но когда вот этот момент гнева, крика, ропота и сплетен, потом приходит осуждение совести, Дух Святой нас осуждает. Нам больно, нам плохо. Нам нужно эту боль убрать. Мы приходим к Богу в покаянии. Мы просим молитвы. И это правильно. Стоит приходить к Богу. Стоит просить покаяния. Стоит, чтобы за вас помолились. Но надо идти дальше. Не просто взять обезболивающее. Все обезболивающие таблетки, они не лечат болезней. Они только облегчают на время вашу боль, тяжесть. А потом снова возвращается ваша болезнь. Так же и в духовном мире. Да, мы можем оправдать свою совесть, свое сердце и сказать: Господи, помоги. И Господь, Он милостивый. Написано в Библии, каждый день, каждое утро обновляется Его милость. Да, Он нас прощает. Но иногда мы, принимая это обезболивающее в духовном плане, мы продолжаем жить с нашим духовным пороком сердца. Как я сказал, мы как кричали, как гневались, так и продолжаем это делать. Через неделю мы такие же самые. И тогда задается вопрос. Смотрите, бывает так, что когда люди приходят к Богу, у них есть проблемы в сердце, грехи или пороки. Например, пить алкоголь нельзя, это грех. Курить нельзя, это грех. Мы знаем это, блудить, sexual immorality, мы также знаем, это грех, нельзя. И когда мы приходим в церковь, или мы приходим к Богу, то что мы хорошо понимаем? Что нужно избавиться от этих болезней, духовных пороков, грехов. И что мы делаем? Мы с ними боремся, лечим. Как? До тех пор, пока человек не избавится от них навсегда, обычно он не станет членом церкви. Он знает, что ему надо навсегда бросить курить, навсегда бросить алкоголь, навсегда перестать блудить. Он знает, что он должен с этим полностью, he has to completely give up. И тогда человек, мы понимаем, он боролся против этих пороков и болезней, он победил, теперь все нормально, он христианин и может быть хорошим членом церкви. А теперь ответьте мне на вопрос, почему у нас так бывает, что когда у нас есть такие грехи, которые исходят из сердца, написано в Библии, что все исходит из сердца. Называйте сегодня любой грех, все идет из сердца. Так написано в Библии. Любой, без разницы, исходит из нашего сердца. Оно у нас внутри, там где-то лежит. И теперь смотрите, когда мы начинаем бороться против наших духовных болезней и грехов, то мы часто выбираем. Мы знаем, что бросить курить нужно навсегда полностью, а кричать не надо бросать. Нужно только иногда знать, когда молчать. А когда свои все, можно. Мы знаем, что, например, надо бросить пить навсегда полностью. Полностью надо бросить. А если, например, есть в сердце твоем гнев или ропот, сплетни, то нужно просто, ну, иногда знать. Иногда надо себя сдерживать. Но с этим можно жить. 100% можно жить. Мы уже с ним живем 10 и 20 лет, и мы не умерли. Вопрос, почему мы тогда выбираем? Есть духовные болезни, которые мы лечим и вылечиваем до конца и навсегда. А есть такие духовные болезни, с которыми мы не хотим расставаться. Мы их просто не хотим лечить. Знаете, что нам нравится? Обезболивающие. Pain relievers. Just a short, quick prayer. Take away my guilt.
week later, you are the same. Через неделю ты такой же. Нам просто надо временно снять вину, боль. И получается как бы несправедливо. Почему так? Почему с некоторыми мы навсегда расстаемся, а с некоторыми мы живем годами? Просто привыкли. И тогда уже это встает болезнь хроническая. Тогда это уже перерастает, когда у нас постоянно, постоянно, то тогда она уже называется хроническая боль. И вы знаете, что люди часто не хотят от них избавляться. Знаете почему? Почему иногда от духовных болезней не хотят избавляться? Потому что они в какой-то степени приносят пользу нам. Как это? Как эта болезнь приносит пользу? Пункт номер один. Когда вы больной, все внимание вам. Когда вы больной, к вам ходят на посещение. Когда вы больной, вам больше прощают. Помните, когда жили в Украине, когда вы были в больнице, вам приносили там сок, апельсины, конфеты. Но старшие люди знают это. А когда ты здоровый, никто не давал никаких там апельсинов, конфет, ты нормальный, здоровый. Только больным давали такую специальную диету. В Америке, конечно, это трудно понять. What's the big deal? Orange. They give me an orange. So rewarding. Кажется, вообще тут непонятно контекст. Но так было тогда, кто там жил, тот знает. И возьмем, например, такой простой пример, как ропот. When people are complaining. Вы знаете людей, которые ропщут? Не показывайте, просто знаете? И вот знаете, что люди, которые ропщут, написано о них в Библии, что Бог, Он хотел настолько излечить эту болезнь ропота, что написано в Библии, прочитаю, это число 14 глава. «И сказал Господь Моисею Аарону, говоря, ропот сынов Израилевых, которых они ропщут на меня, я слышу. В пустыне всей они падут или умрут». Бог насколько хотел избавиться от этой сердечной болезни или порока, это что же исходит из сердца, когда мы начинаем, when we are complaining, always complaining, whining, complaining, complaining. От таких устают не только люди, даже Бог. Бог, Он сказал, что такие люди даже не войдут в обетованную землю. Но знаете, почему люди не хотят меняться и избавляться от этого духовного порока? Привожу вам простой пример. Жена с мужем общается и говорит ему, пойди, купи новые диваны. Муж, который ответственный за финансы, имеет право решать, как глава, делать там что-то, принимать решения. Он говорит, нет. Жена продолжает. Пойди купи новые диваны. Нам надо новые диваны. Муж говорит, так подожди, Хани, мы же их только год назад купили. Нормальные диваны. Какие нормальные? Стиль поменялся. Надо менять, надо идти в ногу с временем. Давай покупаем новые диваны. Он опять не соглашается и вроде бы имеет право, но жена продолжает. Давай купи диваны, давай купи диваны. Опять продолжает. Что потом сделал муж? Махнул рукой и купил диваны. Знаете почему? Потому что жена сказала, жена добилась цели. Но вопрос, какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Ценой ропота. Always like whining, complaining, whining, complaining, whining, complaining. Brings results sometimes. Иногда это приносит результат. Просто вам уже, вы устали от этого ропота, устали от этого нытья, и вы уже, да ладно уже, бери диваны, только, пожалуйста, перестань роптать. Stop complaining. И тогда человек думает, а зачем тогда меняться, если оно работает?
или, например, крик или гнев, просишь человека, сделай то, сделай другое, не реагирует. Второй раз не реагирует, третий раз говорит, встань, пойди, встань, иди сюда, ноль реакции, встань! Подпрыгнул и пошел и сделал. Работает. Зачем меняться? И вот иногда мы добиваемся целей. Вопрос, какой ценой? Гнев, ропот, который я рассказал. И нам кажется, оно нам нравится. Вот почему мы так иногда с этим живем. Живем годами с нашими сердечными болезнями, которые нам не нравятся. Мы понимаем, что это плохо, но мы с ними привыкли жить, и мы с ними планируем жить еще долго. Когда будет сильно совесть осуждать, мы помолимся. Но мы знаем, как мы кричали, так мы и будем кричать. Как гневались, так и будем гневаться. Но я верю, что если Бог может исцелять физически болезнь раз и навсегда. Вы слышали такие чудеса? Верите в такие чудеса? Точно так же может это быть и духовно. Иногда этот процесс одного дня Бог исцеляет, как Нейман. А иногда это процесс времени. И теперь самое последнее это, что нужно сделать практически, на практике. Что надо сделать, чтобы исцелиться и выздороветь духовно? Первое, это признать свою болезнь. Admit that you are sick spiritually. You have a problem in your heart. Что у нас духовно, в сердце, в нашем состоянии есть проблема с ропотом, с плетнями, гневом, криком, обманом и так далее. Все из сердца выходит. Второе. Обратись к доктору. Как мы это делаем физически, так же это сделай и духовно. Только в духовном плане часто врачами для нас являются наши служители, пастора и сам Господь Бог. Обращайся к ним. Обращайся за помощью. Потому что иногда ты сам себя вылечить не можешь. Третий пункт. Когда человек серьезно болеет, он никогда не придет к доктору один раз, один визит. Я не знаю, если вы знаете, мой отец Виталий Бондаренко, последний год он очень сильно болел. У него был диагноз лейкемия или лукемия. И ваша церковь молилась за него. Я вам очень благодарен от всей семьи и от церкви нашей. Но за этот год мы очень много пережили и увидели и научились. Когда человек серьезно болеет, он никогда к врачу не ходит раз в полгода. Мой отец ходил к врачу 3 раза в неделю. По-английски это называется follow-up. You need to follow up if you are spiritually sick. If you live in a sin, you need a doctor, a spiritual doctor or a mentor, and you need to follow up, you need to see him or her at least once a week, minimum. На русском это звучит так, что когда мы болеем духовно, иногда нам тоже нужен этот врач, наставник, служитель, к которому мы обращаемся, если мы хотим полного выздоровления. Не просто раз в полгода, а каждую неделю. Приходим, и он нам говорит, что делать, что кушать, что не кушать, какую музыку не слушать, что нельзя говорить, что нужно говорить, какие проповеди нужно слушать, какие книги нужно читать. Нас садят на специальную диету, нам меняет атмосферу. Это делает и физический врач, и также духовный врач. И тогда мы понимаем, да, я серьезно взялся за лечение. Иногда нам говорят изменить атмосферу, климат, переехать, уехать. Мы готовы на все. Да, иногда нужно заплатить, но если ты готов лечиться, ты это будешь делать. Но часто в духовной жизни мы не готовы платить эту цену. Вот почему сегодня Библия и Бог призывает и показывает нам, что мы можем сделать разницу, но нам нужны практические, реальные, настоящие шаги. Иногда нам нужен режим специальный, медицинский. We have to change the environment. We have to change our schedule. We have to change our priorities. Нам нужно многие вещи поменять, ограничить себя, диету поменять. Нужно быть готовым на все, чтобы вылечиться и избавиться от этого гнева, ропота, крика раз и навсегда.
Если надо будет поститься, будем поститься. Если надо будет три дня. Если надо будет этого врача и ходить к нему 3 раза в неделю, буду ходить. Или не буду. Или буду просто принимать обезболивающее. Сейчас хор будет петь псалом. Я вас всех приглашаю подняться на ноги. Во время этой песни будет звучать призыв. И кто сегодня что-то услышал для себя лично, вы знаете, что Бог, возможно, говорил в ваше сердце. И вы желаете сегодня прийти, но не за обезболивающим. Не просто, чтобы помолиться и стало легче, хотя это можно. Мы имеем на то полное право. Но я приглашаю, призываю нас сделать больше и глубже. Сказать: Господь, я хочу выздороветь навсегда. Я не хочу жить с этой легкой головной болью. Я хочу навсегда избавиться от гнева, от крика, от ропота, от лицемерия, от обмана белого, серого, от сплетен и так далее. Все, что исходит из моего сердца, я хочу во имя Иисуса Христа. Поэтому я вас призываю и вдохновляю. Идите к Богу, уже можно включать. Идите к Богу. Идите, если вы приняли это решение, потому что Он является этим небесным врачом. И потом обязательно найдите еще, кому вы сможете приходить в фоллоуап. Приходите к здоровью вашему. Иногда нужно признаваться в вашем месте. Thank you.
Иисус, Господь, я, Господи, благодарю Тебя за то, что сегодня, Боже, Твое Слово, оно, Господь, Боже, живо и действенно, за то, что оно проникает в разделение души и духа. Я верю, Господь, что сегодня, Иисус, Господь, Ты касался сердец наших, Иисус, потому что Твое Слово, оно Богом вдохновенно, оно полезно для научения, для обличения и для исправления. Господь, сегодня мы слышали Слово, которое нас и обличает, и наставляет, и толкает нас на действие, чтобы мы двигались вперед и исправлялись, Господь. Я молюсь Тебе, Господи, за тех, кто сегодня, Боже, склоняет свои головы и сердца перед Тобою, осознавая, Господь Иисус, кто, Боже, просит, кто ищет, Боже, этого, Боже, духовного здоровья, Боже. Кто, Господи, хочет избавиться от всякого порока в сердце, Господь. Кто, Господи, хочет, Боже Иисус, сегодня быть другим. Кто устал, Боже, от этой рутины, от этих обезболивающих, от постоянного, Господь, возвращения к старым привычкам и грехам, Господь. Иисус, дай, Боже, Иисус Христос, победу. Благослови, Господь, каждого присутствующего в этом зале, мой Бог. Благослови, Господь Иисус, я прошу, мой Бог, во имя Христа Иисуса. Благослови, Господь, всех, кто пришел сегодня в дом молитвы. Боже, Ты Бог, который даешь мир в сердца наши. Ты Бог, который посылаешь милость, Иисус. Даруешь нам надежду, Господь Иисус. Благослови, Господь Боже, поместную церковь. Благослови, Боже, лидеров, служителей, мой Бог. Всех, Боже, от малого до большого, Иисус, Господь, во имя Христа Иисуса. Благослови, Господь. Мы благословляем друг друга. Благословляем Тебя. Благодарим Тебя за все. Благословляем, Боже. Благодарим и славим наш Бог и Царь, Отец, Сын и Дух Святой. Присядьте, друзья, на пару минут, я сейчас передам микрофон вашему брату. Прощаясь с вами, я хотел бы поблагодарить вас за то, что сегодня вы приняли нас, за то, что вы открыли ваши сердца. Мы себя здесь чувствовали хорошо, поэтому мы благодарим ваших братьев, вашу церковь, вашу молодежь за то, что имели возможность сегодня. Вы назначили служение вне графика. Пришли сюда, это тоже знак поддержки. Пусть Бог вас благословит и воздаст вам. Если вы пожелаете еще встретиться с этим SMBS Choir 2016, с этим хором, вы это сможете сделать только уже у нас на Флориде, в Джексонвилл. У нас будет выпуск или graduation с 3 по 5 июня. И также будет конференция Be the Change Conference, которая проходит каждый год. У нас будут разные проповедники. June 3rd and June 5th, you can save the date. You can come to Florida. Можете приехать и время провести с семьей, побыть на конференции и еще раз услышать этот хор. Да, также мы еще будем в Сиэтле до воскресенья. Будем завтра, да, в Винницкой церкви. Наше расписание, оно на нашем сайте или на нашем Facebook, если вы еще пожелаете с нами встретиться. А, даже подсказывают мне, здесь есть у вас в коридорах расписание, в каких церквях мы еще будем, если вы пожелаете еще раз прийти и побыть на служении, которое будет вести хор. Также у нас есть с собой диски с пением хора. Если вам понравилось пение и вы желаете его слушать в машине или дома, вы можете благословить нас, приобретая диски. У нас есть в этом году новый альбом, и есть еще 5 разных других альбомов с пением хора. Также есть проповеди на разные темы. С моей проповеди есть также проповеди нашего старшего пастора Виталия Бондаренко, если кто его знает. Есть это и на CD, и на MP3, и на флешках, и на DVD, в любом формате. Есть серия проповедей о посте. Пост, о котором мы так мало знаем, 7 частей. Также у нас есть футболки с собой, с христианскими надписями, хуриз, свитера, есть брошюры. И you can follow us on Facebook, you can like our Facebook page, Slavic Missionary Bible School, you can subscribe to our YouTube channel.
вы можете подписаться на наш YouTube канал, и это канал Миссионерской школы, там можете бесплатно получать передачи, которые мы выпускаем с проповедниками и учителями, и слушать также новые песни, которые выходят у нас. Ну и хотим подарить еще вам тоже на память вот этой встречи подарок. Это одна из футболок. Здесь написано послание, Псалом 33, 9 стих. Вам задание проверить, что там написано. А сзади наш такой молодежный девиз: без Бога опасно, а с Ним очень классно. И мы хотим подарить это вашему молодежному лидеру на память. Пусть Бог вас благословит. Привилеч. Ми дуже раді, що ви приїхали до нас. І як ви бачите, ми даже поміняли свій графік, щоб вас прийняти, тому що ми любимо вас. І ту роботу, яку ви робите, це є дуже дорогоцінне в наших очах, а найбільше в Божих очах. Ви знаєте, що коли я знав, що до мене позвонили, спитали, чи ми можемо прийняти з великою радістю. Позвонив до пастора, і так же само пастор каже, обов'язково приймаємо. Це є дуже благословенна група людей, і цю працю, яку вони роблять, в очах Божих дуже цінно. Вони не просили цього робити, але я хотів би, щоб ми благословили не тільки нашими молитвами і не тільки на слові, але фінансово благословили сьогодні цих молодих людей, цю місію, щоб вони, як вам сказати, мали за що доїхати додому. Вони сюди вже приїхали. А я хотів би попросити ще людей, щоб ви відкликнулися підтримувати їх щомісячно. Якщо вам подобається праця місіонерська, то це та школа, яка підготовлює місіонерів на місію. І якщо вам сьогодні ваше серце торкнулося і вам сподобалося, що ці молоді люди роблять, і ви зараз горите бажанням, якби їх благословити, то не пропустіть, ми будемо мати зараз тарілочка, яка пройде, ви положіть туди свої оферинги. Але не пропустіть зупинитися біля їхнього стола і підписатися, благословляти їх щомісячно. Ви знаєте, ми вже підтримуємо 2 роки, і кожен раз, коли приходить від них письмо, і там написано, що ми зняли там определену суму грошей, ми беремо і молимося, і благословляємо. Віра без діл, вона мертва. І що доброго, якщо ти скажеш до людини, хай тебе Бог благословить, а нічого не дасте, то це, знаєте, таке благословіння, ну, не дуже крепко працює. Але коли ви вложите туди, а іще помолитися, це буде настояще благословення. І хочу ще одну тільки думку поділитися. Пам'ятаєте один раз, коли цар Давід, ще він не був царем, він прийшов в Зиклаг, і його місто було спалене, жінок його украли, і він попросив Бога, і Бог йому сказав, іди доганяй тих, хто зробили йому зло. І він пішов туди. І він йшов, і він догнав їх, але їм треба було перейти річку. Не всі були в силі перейти ту річку, деякі залишилися. І Давид каже, сторожіть тут свої наші речі, ми підемо. І вони пішли, Бог їм дав успіх. Вони вернулися, принесли велику здобич, забрали всіх своїх жінок, все те, що було вкрадене, Бог їм все повернув і ще набавив. І коли вони прийшли до цієї річки, перейшли вже, і там були ці люди, які не були в силі йти. Я хочу, не хочу вас обідати, але багато із нас є тими людьми, які не в силах йти. Але там була сказана одна така річ. Деякі люди казали, що пішли на війну, що тільки віддамо їм їхніх дітей, а із того більше, що ми придбали, ми нічого їм не дамо, хай вони, бо вони з нами не йшли. Але Давид сказав таку гарну річ, що така сама буде нагорода для тих, хто йшли на війну, і тих, хто залишилися із речами, тих, хто залишилися. І ви знаєте, що там так написано, що із того часу це стало законом Ізраїлі. І я хочу вам сказати, що із того часу,
якщо ми благословляємо місіонерів, вони йдуть, працюють, роблять діло Боже, прийдемо на небо, і нагороду Бог буде давати всім тим, хто приймали участь. Якщо ви туди не могли поїхати, але ви благословили фінансово, благословили молитвою, Бог дасть нагороду. І я дякую Богу за цих людей, які сміливі і йдуть і роблять це, тому що я теж буду отримувати нагороду. Слава Богу за це! Ви знаєте, що в Біблії в 11 главі, в 11 главі Євреям написано, що ці всі сподвижники віри, що совершили такі великі акти віри, вони будуть розділяти нагороду із нами. Їхнє все ще не закінчилось до тих пір, поки ми не війдемо в ту нагороду. Це чудово. Я вже, ви знаєте, не давайте мені мікрофон тоді. Пастор обіцяв, що в цю неділю ми будемо мати трошки більше часу з мікрофоном. Давайте ми зараз приготуємо наші кошельки і поучаствуємо, і благословимо цих людей, які роблять таку велику місію. І не забудемося зупинитися, купити. До речі, я купив цілу пачку останній раз твоїх проповідей. І до цього часу їду на роботу, слухаю, просто назідаюся. Здорове вчення. Так що зупиніться біля їхнього стола, купіть проповіді, купіть футболки, благословіть. Це все для місії, це все, щоб прославився наш Бог. Амінь. Чувства Богу, гріхом
Богу, брати і сестри. Слава Богу. Ну, ви знали, кому подарувати футболку. Я б тут точно так до них призвав. Толік, позичиш мені сфотографуватися? Але чи я влізу? Взагалі-то я передумав, то є колір Донецького шахтаря. Дякую вам, користи. Прекрасний спів. Чудово. Маестро, дякую. Чудовий спів, гарний хор. Приїжджайте, в неділю на зібрання буде, ми вас ще приймемо раз. Брат Богдан, дякую за слово. Дуже сильне, серйозне слово. Я щось тобі розкажу. В одній з поїздок в Україну, в одній з церков, я проповідував, Бог благословив слово. Щось подібно, така приблизно тема, як твоя. І одна знайома сестра підійшла і каже: ой, брат, таке слово сьогодні. І я кажу: ну, не знаю, я просто бачу, призив робив, ніхто не вийшов. Каже: ти не розстроївся, ти розумієш, справа в тому, що то ж всім треба було виходити. Так я саме скажу. Так як фізично, мало хто тут, може, не знайдеться, хто би був 100%, 100% здоровий, так і в духовному. Я думаю, це слово всіх торкнулося. І всі на місцях каялись. Правда, брати і сестри? Правда. Хіба що, якщо хтось є такий фарисей дуже, такий, знаєте, невиправний, то можливо і так. Якщо є такий, то вже трудніше. Кілька оголошень. Ви вже пам'ятаєте, що ви повинні зараз піти туди, в весільний зал, там вас трошки накормлять, щоб ви не ослабли. Запам'ятайте, брати і сестри, що завтра в нас зібрання не буде. Завтра буде молодіжний хор, так, Христина? Молодіжний хор, який мав сьогодні бути, завтра буде спільний. У п'ятницю у нас молитва. З 7 годині молитва і в 10 починається нічна молитва. В неділю наше зібрання з 10 години і, ну, і 6. Ну, а зранку як побажають гості, то приїдуть ще до нас. Є у нас кілька записок. Я б хотів би, щоб ми цій молитві благословили, помолилися за наших друзів, за гостей, які нас навідали, тому що перед них майбутнє, вже скоро, напевно, буде випуск, і вони поїдуть на місію. Це практика, це вже не просто теорія. Є ще дві записки. Просимо помолитися за Олега Кільченка з Білінгейма, за його здоров'я. Дякуємо, друзі, місіонери. Це один із місіонерів, які разом з нашими вони часто їздять в Мексику. Дорогі брати та сестри, прошу помоліться, в мене буде завтра операція. Хай сам Господь управить руками врачів. Я вірю, що Господня рука буде наді мною. Дякую за молитву церкви Василь Кинів. Ми принесемо ці нужди, помолимося за наших гостей, благословимо їх і будемо на тому закінчувати. Давайте встанемо для молитви. Дорогоцінний Господь, Отець Небесний, ще раз звертаємося до Тебе, дякуємо Тобі, поклоняємося Тобі, величаємо Тебе. Боже, Ти наш Бог, Ти наша надія, Ти наша опора, Ти наше оповання, Ти наш кращий лікар, Ти лікар тіла і душі, Господь. І Ти сьогодні так багато говорив для нас, Ти сьогодні давав нам такі рецепти, Господь, Боже, для нашого духовного здоров'я. Даруй нам тим скористатися, Господь, щоб те слово працювало в наших серцях. Господи, дякую тобі за гостей наших, за цю чудову молодь, яка посвятила себе тобі, і які, Господь Боже, готуються для більш серйозного служіння. Благослови їх закінчити цю місіонерську школу і втілити те знання, яке, Господь, вони приймуть, Господь, яке вони вберуть в себе, втілити його в життя, Господь Боже, в практику, Боже, понести Євангеліє людям в ті країни, куди ти їх направиш, в ті місця, Господь, і ти благослови їх кожно, де вони будуть. Зараз благослови їхнє перебування коротке тут, у нашому штаті, їхнє повернення назад, благослови керівництво біблійної школи, благослови їх. Отець Небесний, ми приносимо до тебе також хворих. Ти знаєш нашого брата Василя, йому предстоїть операція. Господи, будь при цій операції, благослови його. Боже, наша молитва за брата Олега Кільченка. Ти знаєш його і бачиш, Господь, все. Ми просимо допомоги твоєї, оздоровлення його повно. Кожного нас благослови, збережи, тримай і веди. Хай імені твоєму буде слава, честь, спокій, великий вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца.